তর্ক অপতিষ্ঠ শ্রুতয়ো বিভিন্ন নাসৌ মুনির্যস্য মতম ন ভিন্নম ধর্মস্য তত্ত্ব নিহিতং গুহায়ম মহায়নো যেন গত সপান্থ্যা। তর্ক অপ্রতিষ্ঠ শ্রুতয়ো বিভিন্ন নাসৌ মুনির্যস্য মতম ন ভিন্নম নাসৌ মুনির্যস্য মতম ন ভিন্নম ধর্মস্য তত্ত্বম নিহিতং গুহায়ম মহায়নো যেন গত সপান্থ্যা। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি টোল Гуня Гучипати, Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати, Госвами Такуру Прабхупад сказал, что Кришна Прити – огромная любовь, влечение к Кришне. У этого Кришна Прити есть некая великая сила, перед которой любой идеализм или любые другие вещи ценные, которые имеют ценность в этом материальном мире, они не могут сравниться с ним. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что Кришна Прити, у этого Кришна Прити некая великая сила, перед которой никакая мораль, никакой идеализм не может стоять. Если из-за dutifulness can become hindrance, maybe barrier in the way of Krishna seva. If my dutifulness если моя преданность каким-то моральным нормам может стать препятствием на пути к Кришна Севе, и в этом случае, если мы оставим свои обязанности в этом мире и примем служение Кришне, то внешние люди могут критиковать нас за то, что мы оставили свои обязанности, но все равно это очень благородно, это очень великодушно, если мы оставим свои обязанности ради служения Шри Кришне. И вот если наши какие-то мирские обязанности станут препятствием на пути Кришна Севы, то если мы отбросим их и примем Кришна Севу, то внешне, хотя какие-то люди могут критиковать нас, но все же это великое благо для нас. На самом деле, сегодня день ухода Шрилы Дживы Госвами Пада. Он был председателем Вишва Вайшнава Раджа Сабхи в то время, и сегодня день ухода его Шрилы Дживы Госвами Пада. Много раз вы помните, я говорил уже об этом, что служить тем враджаваси, тем настоящим враджаваси, которые чувствуют разлуку, чувство разлуки, те враджаваси, которые чувствуют разлуку с Шри Кришной, и если у нас есть возможность служить им, то мы очень удачливы, мы можем стать успешными. Но главное перед этим, что мы не находимся в таком положении, что мы можем служить таким возвышенным преданным, и это главная проблема. Много раз я говорил уже, что если вы хотите служить Гурудеву или Вайшнавам, если вы хотите служить Кришне, или если вы хотите служить имени Шри Кришны, это та же самая татва, то тогда вы должны возвыситься. До того, к чему вы собираетесь служить, нужно возвыситься до того объекта, которому вы собираетесь служить, поскольку вы, ваше поклонение и ваш объект поклонения, они все должны находиться на одном уровне. But many times I told
Я много раз уже говорил о том, что Шрила Прабхупада говорил о том, что логика, она не может находиться на пути к абсолютной истине. И поэтому нужно принять это так, как есть, а не пытаться понять это умом. И сегодня день ухода Шрилы Джива Госвами Пады. Много раз я говорил уже об этом. Я надеюсь, вы помните, что единственная обязанность Ачарьи, единственный долг Ачарьи – это дать полную защиту Сиддхантаване. Много раз я говорил уже об этом. Это слова Шрилы Прабхупады. И мы не можем в этом сомневаться, поскольку это слова, сказанные самим Шрилой Прабхупадой. И это единственный долг, единственная обязанность настоящего, практикующего, истинного, подлинного Ачарьи – это давать полную защиту Сиддханта Вани. И вот в сравнении с Ачарьятвой силы, уникальной Ачарьятвой силы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура Прабхупады, все другие обычные Ачарьи, они были затменены его величием, его великолепием, его сиянием. И сегодня у нас есть возможность говорить о Дживе Госвами Паде, чтобы получить его милость, чтобы мы могли идти в правильном направлении согласно наставлениям Гуранги Махапрабху и Гуру Варги. И вот вы можете помнить, немного ранее я говорил о том, что до тех пор, пока обусловленная душа не сможет увидеть яркий пример перед собой, эта обусловленная душа не сможет получить вдохновение. Почему люди не получают вдохновение на пути Харибаджана? Можете ли вы сказать, много удобств, всяких богатств и просада, и еды, так много есть у нас, но все же, почему люди, они спрашивают, почему они не могут совершить баджан совершенным образом, какова же причина, стоящая за этим? И вот суть в том, что без сатсанги мы не можем совершать харибаджан. И вот на Бенгале говорится, что единственное, что нам нужно, чтобы совершать харинам санкиртан, это общение с чистыми вайшнавами. Иначе мы можем повторять харинам в каком-то уединенном месте, но это не пойдет, поскольку нам очень важно важно иметь связь с нашей Гурваргой. И вот если у нас есть связь с Гурваргой, то тогда нет никаких проблем в этом. Но мы материальные люди, они не могут иметь связь с Гурваргой постоянно. И в их баджане часто какие-то препятствия, какие-то перерывы, и в этом случае постоянное памятование Гуранги и его спутников, и Гуранги Махапрабху, Гурваги и их спутников, это сложно в этом случае. И вот и сегодня мы будем говорить о Шри Дживе Госвами Паде. Сегодня день его ухода. День его ухода, значит, это Вирахатитхи. И сегодня мы можем почувствовать эту боль разлуки, но если только у нас есть связь с ним, поскольку если у нас нет связи с Гурвагой, то как мы можем чувствовать боль разлуки? А как, чем же это доказывается, что
у нас есть связь. Как, например, если мы получили дикшу, то что значит дикша? Дикша буквально значит связь. И это наше знание о нашей взаимосвязи с Господом. И если мы не развили такого чувства, то мы не сможем по-настоящему начать баджан. И вот если вы чувствуете боль разлуки в вашем сердце, когда... То есть мы чувствуем боль разлуки только в том случае, если у нас есть какая-то связь. А если у нас нет связи, нет любви, если только мы привязаны к каким-то материальным вещам, то тогда это практически невозможно. Я уже говорил, что если у нас есть какие-то привязанности к материальным вещам, то мы не можем ожидать Кришна Бхакти, поскольку Кришна он не настолько дешев, что если у нас есть какие-то деньги, то мы можем купить его. Нет, это далеко не так. И вот вираха значит чувство разлуки. И вот всегда, каждый год мы организуем собрание, праздник по поводу дня явления или дня ухода каждого вайшнава вирахатитхи. Это Авирбав и Тирабав. Абхав, это Тирабхав, Авирбхав, Тити. You are going to participate, but with abhav. Abhav means dissatisfaction. It's not possible. То есть если мы участвуем в дне явления или ухода вайшнава с каким-то неудовлетворением в нашем сердце, то это невозможно получить полное благо. Мы можем получить какое-то сукрити, какой-то прасад, но это не полное благо, которое мы можем получить. Что главное, что можно, самое важное, что можно получить от участия в таких днях ухода или явления вайшнава. И вот если мы участвуем в... днях явления или ухода вайшнава, то мы можем избавиться от материальных привязанностей. Например, мы живем в этом мире, у нас есть какие-то родственники, отец, мать, жена там, и прочие родственники. Если мы однажды узнаем, что кто-то из наших родственников, отца, матери или там жены или еще кого-то умирают, то мы начинаем плакать. Но будьте уверены, когда вы плачете о каких-либо родственниках, например, вы сожалеете о каких-то своих родственниках, умерших, отце, матери или еще о ком-то, это несомненно плохо. Почему? Поскольку это один из видов тамагуны, поскольку вы плачете из-за невежества, хотя вы знаете, что все обречены на смерть. И вот если у вас есть какая-то материальная связь с кем-то, если он или она умирает, то вы сожалеете об этом. И это происходит исключительно из вашего невежества. Но когда какой-то вайшнав уходит из этого мира, Гурудев, например, или другая наша гурварга, то как мы дальше можем жить? И говорится в таком сравнении, что Шрила Бхактина Такур или Наротам Такур, они пишут о своих чувствах, что мое сердце, оно хуже, чем камень, и поэтому... Оно не растаяло. My heart is so strong.
И вот народ он такого, но он, когда он поет киртан в честь ухода какого-то вайшнава, то его чувство, но... То он чувствует то, что описывается в этом конкретном киртане. И вот народ там так, он плачет. И This is called actually separation. When Haridas Thakur gone, Supreme God, Supreme Paratpara, Krishna, вот, когда Харидас Такур ушел сам, Шри Чайтанья Махапрабху плакал на дни его ухода. Crying and crying. Haridas gone. I wanted to play with Haridas. All my plans, you know, devastated. Haridas gone. И вот когда Харидас Такур ушел из этого мира, то Махапрабху показал себя, как нужно вести. И вот день ухода и явления вайшнавов – это пример для нас. И когда мы хотим соблюдать день явления или ухода, особенно день явления, будьте внимательны, поскольку когда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал эти слова, is called vidya. There is two things. One is непривязанность. One is avidya. Vairagya vidya зовется vividi. Vidya значит. Avidya and vidya. Vidya это знание, а vidya соответственно невежество. Avidya and vidya two things. When you are crying for your relatives, и когда мы так плачем о наших материальных родственниках, это зовется невежеством. Но когда мы испытываем то же самое чувство разлуки с гуру вайшнавами, то это чувство превосходно. И когда мы чувствуем боль разлуки с гуру вайшнавами, то мы получаем золотую возможность избавиться от материальных оков и продвигаться выше и выше, чувствуя эту великолепие, которое практически невозможно для достижения для простых обусловленных душ. И вот то, they are also crying for separation, and those material people crying, but there is not heaven and hell difference. There is infinity difference. То есть та разница, которую вы чувствуете разлуки с каким-то материальным людям и к вайшнавам, нельзя сказать, что это разница подобна земле и небу, она более велика. Она бесконечна, эта разница, и мы не можем ее сравнивать по-хорошему. Это разница бесконечна между этими двумя чувствами, хотя внешне это может выглядеть одинаково. So actually, Abir Bab and Tira Bab actually offer. И вот день явления, день ухода чистого вайшнава. Suppose Abir Bab. Например, день явления и вайшнав так всю жизнь свою являет лилу, и потом приходит день его ухода из этого мира. Any other Brahmana to rescue other people? So Tirova and Abhirbhava, one circle, if you draw one circle,
Махарадж сравнивает Тирубав, то есть день ухода, и Авирбав, день явления, и можно очертить окружность их начала жизни и конца. То есть это получится окружность, если начать сначала, очертить ее и вернуться в конец. И таким образом получается, что явление и уход Вайшнава практически одинаковы. А почему не одинаковы, а почти одинаковы? Потому что Тирубав, он более важен для нас. Почему? Поскольку когда Гуру Вайшнавы, они рождаются, являются в этом мире, то мы не можем видеть, что они будут делать в этом мире. А когда Вайшнав уходит из этого мира, мы можем видеть, что он показал нам примером своей идеальной жизни. Тогда мы можем, и его жизнь, она подобна мильному камню, благодаря которому мы можем получить вдохновение для совершения баджана. И такие вайшнавы, подобные Шиле Прабхупаде, Бхактисиддханта Сарасвати, или Бхактисиддханта Такура, или Шрила Кешава Госвами Махараджа, они яркие примеры на нашем пути, в виде которых мы можем вдохновиться, совершать харибаджан. И обусловленные души, не видя таких ярких примеров, они не могут получить должного вдохновения на совершение харибаджана. И вот Вирахататва, она очень превосходна, она очень великолепна. И сегодня, если у нас есть какая-то связь с живой Госвами Падой, если мы сможем понять значение его жизни, его действий, его сиданты, то тогда мы сможем чувствовать это и плакать от этого чувства разлуки. В Вирахататве, когда мы чувствуем разлуку, то внутри вашего сердца вы можете обрести чувство встречи, как Випраламба и Самбхог. И вот смотрите, Випраламба и Милан, Самбхог. И вот Випраламба, она настолько важна, что если вы аналитически подумаете об этом, вы сможете видеть любую непривязанность, любая вайрагья, вы можете видеть в любом вайшнаве, это все развивается от непривязанности. Если вы видите вайрагью в своей высочайшей степени в Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, в Бхакти Сиддханте Сарасвати или в других вайшнавах, и вся эта вайрагья, отреченность, она развивается из чувства разлуки. То есть эта отреченность, она должна естественно развиться из чувства разлуки с Господом. И Сарвам Бхаума Бхаттачарья, лучший из пандитов, он сказал, что вайрагья, показанная нам Шри Чайтани Махапрабху, его непривязанность, или та вайрагья, отреченность, которая явлена нам нашими Госвами Рупа Санатана, Бхатта Рагунатха, вот Махараджа их всех перечисляет, их вайраги, их непривязанность, если посмотреть на них, можно восхититься, удивиться этим, как они обрели такую отреченность. Я уже говорил об этом, что вайраги, она, как она развивается. Bhajan, how excellent way
И вот я буду говорить о том, как Махапрабху, он хотел показать нам путь Рагануга Баджана. На самом деле, какие-то люди спорят, что Бхактивинода Тхакур, вот приходит день, вскоре его явление, и я более подробно буду говорить об этом, и вот какие-то обычные глупые люди, они спрашивают, что Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж через свою вайрагью он достиг успеха. Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он по своей сути вечная, совершенная душа, нитья сиддхи, и он достиг успеха. А Бхактивинода Тхакур внешне выглядит, что он жил как обычный домохозяин, наслаждался, и он тоже достиг этим успеха. И вот глупые люди иногда спрашивают такие люди, что и вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он отвечает на эти глупые вопросы. Вайрагья, которая находится в Гаур-Кишор Дас Бабаджи Махараджа, та непривязанность, которая есть также в сердце Шрилы Бхактисиддханта Тхакура, она одинакова. Несомненно, она не отлична от не одинакова, это непривязанность, хотя внешне выглядит. И вот совершенная непривязанность, можно найти ее внутри их сердец. И поэтому много раз я говорил, что юкта-вайрагья, она необходима нам. Юкта-вайрагья – такое балансированное отречение. Very important for Gaudiyas. Anasakta sa visayame jataraham upayunyato. Anasakta sa visayame jataraham upayunyato. Anasakta sa visayame jataraham upayunyato. I forget. I always speak. No, forget. I can speak. After. Discuss, I already discussed many times. Prapanchikataya avadhyaya arishamandhi vasuno mumukshobhi parityago vairagyam phalgu kathati. Anasaktas visayana yataram bhuyandu kishra sammandhi yuktam vairagyam uchyati. No, I remember. This way. So when Prabhupada with nice turban and coat, Шрила Прабхупад, он или Шрила Госвами Махарадж в хорошей одежде, они проповедовали, это зовется юкта-вайрагья. То есть они использовали отречение в его сбалансированном виде. То есть некоторые преданные, они могут в одной каупине жить под деревом, но это их такая жизнь не является настоящим отречением, поскольку юкта-вайрагья, балансированное такое отречение, оно… Как мы можем понять его? Только тогда, когда у нас будет… А только тогда, когда мы всем сердцем сможем полюбить Шрилу Прабхупаду и Шрилу Бхактивинода Тхакура. И тогда мы сможем понять их истинную отреченность. Поскольку эта юкта-вайрагья, она очень аккуратна, очень точна, поскольку если мы на сантиметр отклонимся в одну сторону, мы попадем в мир Майи, а отклонимся в другую сторону, то в духовный мир попадем. I cannot explain.
И если я хочу что-то сказать о отреченности Шрилы Джива Госвами Пада, это практически невозможно, поскольку моя идея в том, чтобы я хочу сказать об учении Шри Джива Госвами Пада, и это зовется Вани Вайбавой, это зовется Вани Сварупой. Если я буду рассказывать, что он родился в какой-то браманской семье Бхаратраджготры с Южной Индии, с очень высокой браманской семье, то это как бы хорошо, но суть в том, что я должен говорить о Сиддханте, о его учении, и его учение, оно защитит все наше вайшнавское общество, и поэтому я хочу сказать о его наследии прежде всего. Но прежде всего я хочу сказать какие-то простые вещи, что Шрила Джива Госвами Пад, он на самом деле, его Гурудев Шрила Рупа Госвами Пад. И внешне можно видеть, что у них была такая связь, как гуру и ученика. Иногда кто-то спрашивает какие-то особые вопросы у меня, мне нужно отвечать на них. И вот иногда кто-то спрашивает, что Вриндаванда Стакур Махасой и Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Пад. Хотя Кришнадас Кавирадж Госвами Пад, он Кастури Манджари. И Вриндаванда Стакур Kusumapida Sakha, one boyfriend of Krishna, and together with that Vedavyas, unification. That's called, came in the form of who? Vrindavandas Thakur. И вот какой-то Сакха Кришна, он также явился в форме Вриндавандас Такура. И вопрос, почему Кришнадас Кавирадж Госвами в каждую часть секунды он молится лотосным стопам Вриндаванада Сатакура. Some foolish people can start some argument. Who is more Maharaj? And you are foolish number one. Who is И more? Вот какие-то глупые люди могут спросить. Is Kusumapira Sakha together with Vyasdev? Кто больше, как сказать, более значимое положение занимает в духовном мире? Кришнадас Кавирадж Госвами Кастури Манджари, который в духовном мире, или Вриндаванда Стакур, который Сакха Кришна, еще кто-то там. И еще другой пример. Гуркишвада Свабаджи Махарадж, он Гурудев Шрилы Прабхупады, он Гуна Манджари. И Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тагу, он Найнамуни Манджари. И сейчас кто гуру, кто кого гуру, если мы спросим так, поскольку гуру Прасад, спутники Гуранги Махапрабху. They are following Ekadashi, everything. Vishwanatha Chakravarti is discussing in Haribhakti, Rasamrita Sindhu also, you can get some argument. They are following Ekadashi, they are following everything. И вот как они следуют Экадаши и прочему, почему, чтобы показать нам путь, и они принимают гуру также для нас, чтобы показать нам путь. И вот сейчас я начал с одной шлоки. Mahajano Jeno Gato Sapantya. Вот с этой шлоки. И вот суть этой шлоки какова? Главное, то, что я должен следовать моей Гурварге. Я должен следовать Гуру-варги. И вот сейчас вы можете спросить меня, что значит гуру-варга, поскольку так много гуру.
так много гурваги, кому же следовать? В нашей линии мы можем видеть, Макрачик перечисляет. Гуйхам вишудхиам дурвадхиам ядгятхя амритамашнуте. I can discuss this slok someday. Today I have so many discussions, I cannot discuss this one. So you see, гуйхам вишудхиам дурвадхиам. Ambiguity, very complicated, you cannot understand. Гуйхам, very secret. Вишуддхам means purest of pure. Вишуддхам. Дурвадхам. You cannot understand. This bhakti. Amrita. You can get. Гуйхам, вишуддхам, дурвадхам. Ядгятья амрита машнуте. Амрашнуте, Sanskrit word. Машнуте means you can take, drink. Take. Машнуте, ашнуте. So it's very complicated. Now point is that just you give a list of 12%. И вот вопрос, в чем сейчас. Вот Махарадж перечислил 12 махаджан. So what do you mean to speak? What do you mean to speak? We should follow Prahlad Maharaj. И кому же следовать, Прахлад Махараджу, Пита Махи Бишми или еще кому-то? И какова сиддханта, истекающая из этого? Поскольку если мы начнем Гауди Баджан и будем совершать баджан под руководством Прахлад Махараджи, можем ли достичь успеха? What do you mean? We can cut Prahlad Maharaj away? No! No, not that. What I mean to say is that и что я хочу сказать, что когда мы or when you become postgraduate in course of your education, follow my вот как, например, мы получаем образование, заканчиваем школу, потом какой-то университет, потом докторскую степень получаем, но так или иначе, когда бы мы не начинали наше образование с детского сада, например, потом первая там группа, вторая, третья, и вот в третий, четвертый класс, и в каждом классе, и когда заканчиваем обучение в каком-то определенном классе, то заканчиваем школу, потом университет, потом еще что-то, и in such a position, then now you are not going to read. Fifth class education, you are not going to read anymore. But not that you are going to disregard, not that you are going to insult. И вот также в случае с этими 12 махаджанами, если мы прошли какой-то определенный этап, который они показывают, то мы должны выражать им должное почтение. И вот как и учась в какой-то такой материальной системе образования, мы должны выражать почтение своим, как сказать, учителям на определенном уровне. Пурбапар кория вичар. Махаджан же пат, сей патхе, анугато. I must follow that path, but пурбапар, first and after previous and present. I must do adjustment, then I can proceed safely. It's very scientific point. If you cannot understand this point, then you are going to insult Prahlad Maharaj, like people speaking. You need not go through the first canto of Bhagavatam. You start Rasalila. You can come out. И вот так мы должны постепенно продвигаться и сможем достичь успеха. Но какие-то глупые люди говорят, что не нужно
читать первые главы Бхагавата. Можно с последней начать, но это глупо, поскольку мы должны пройти весь путь сначала. В Бхагаватам нет ничего материального, хотя можно внешне выглядеть, что случай с Аджамилой просто какой-то простой случай, но нет, это не так, поскольку если мы будем думать так, мы совершим оскорбление. Весь Бхагаватам, он трансцендентен. Все примеры, которые там приводятся, они подобны указателям на нашем духовном пути, чтобы мы могли безопасно продвигаться вверх, вперед. И поэтому мы не должны никогда оскорблять Прохлада Махараджа или Питамаху Бишму. Мы должны от них получить все знания, и на основе того знания, которое они олицетворяют, мы должны принять его и продвигаться дальше. И поэтому мы следуем Шиле Рупи Госвами Паду. Мы следуем Шиле Дживи Госвами Паду, Шиле Бхактивинода Такуру, Шиле Прабхупаде. Если мы хотим следовать Дживи, сразу следовать Дживи Госвами Паду, то можно попытаться, но мы не сможем понять ничего из того, что говорит Шрила Дживи Госвами Паду, поскольку мы очень удачливы, что Шрила Бхактивинода Такура объясняет нам простым и доступным языком о том, что говорит Дживи Госвами Паду. Поскольку его писания, они очень сложны, он был лучший из философов во всей Брахманде. Я не могу описать словами его великолепие, его величие, какую огромную непривязанность, какую любовь к Кришне он имел. И если у вас нету огромной любви к Гурудеву, вы не сможете надеяться, что ваш баджан будет развиваться. И до тех пор, пока вы не развейте огромную любовь, огромную привязанность к Гурудеву. Вот, вы можете убить меня, но я никогда не оставлю Шрилу Прабхупаду. Поскольку я знаю, что единственное богатство, которое я могу, единственное то, что я хочу, я могу обрести только от него, от Шрилы Прабхупады. В любой ситуации, какой бы я ни находился, если весь мир он оставит меня и будет против меня, я никогда не оставлю Шрилу Прабхупаду. Я знаю его славу, его величие. И как же я могу оставить его до тех пор, пока у нас не будет возможность увидеть великолепие и величие лотосных стоп. Папа speaking, how I was attracted by Gopisar Bhaji Maharaj. Папа speaking this way. Шри Кришна. How I was attracted by Gopisar Bhaji Maharaj. Как вот Шрила Прабхупада говорит, как я был, как я привлекся личностью Шрилы Гопишода с Бабаджи Махараджа, когда я увидел его непривязанность, его непрерывный баджан, то тогда я автоматически был привлечен его личностью, подобно магниту. Я не смог сдержаться. Я был вынужден бросить себя к лотосным стопам Гуракишвара Дас Бабаджи Махараджа, но он не был готов дать мне посвящение. Но я не был готов его оставить. Он не хотел. Он не был готов дать мне посвящение. Я не был готов уйти от него. И такой же случился с народом Такура. Локанат Госвами не хотел давать никакое посвящение, а народом Такура он решил, что только у него получит посвящение. И таким образом можно найти Бхагаван Адаро Ясо Насвад Гуру Падамбуже Срутой Ропитасо Сасастрой Кришне Бхакти Наджаяте.
You can read Vedic. Maybe your brain is very good. You can go into room and memorize all Ved, Vedanta, everything. Until and unless you have a strong love for Guru, и до тех пор, пока у вас нету огромной любви к Гуру Варге, к вашему Гурудеву, то вы не можете ожидать, что ваш баджан он станет совершенным. Это невозможно. Это практически невозможно. И вот таким образом вся наша Гуру Варга, они хотели показать нам, смотрите, сколько любви, сколько какое чувство у нас есть к нашему Гурудеву. Многие великие ачарьи, можно изучить их жизнь и увидеть, сколько любви, сколько заботы, какое чувство они имели к своему Гурудеву. Не имели, а имеют к своему Гурудеву, поскольку они вечны. И вот Джива Госвами Пад, он Виласа Манджари. А Рупа Госвами Пад, Рупа Манджари, Санатан Госвами Лаванга Манджари. Шивананда Канака Манджари, Шинивас Ачарья Муни Манджари, Нарутам Таку Чамбака Манджари. Это их отождествление, очень сокровенное, но когда они являются в этом мире, в этом теле, они действуют как гуру, как они своим собственным примером приводят, показывают нам, как мы должны действовать. И вот сейчас, в день их ухода, мы можем видеть, какой идеальной жизнью они жили и какой пример показали нам. И та непривязанность, которую явил Джива Госвами Пад, она практически невозможна. То, что показал нам Джива Госвами Пад. И на самом деле Джива Госвами Пад, он принял решение оставить свой дом. Мы слышали, что когда Рупа и Санатан пришли встретиться с они пришли в Рамкели, слышали, что Джива Госвами Пад был очень мало, он получил даршан лотосный стоп Гауранги Махапрабху и всю жизнь, всю оставшуюся жизнь, когда Рупа и Санатан уже ушли, Анупам уже. Он уже оставил тело Анупам. So much appliances cannot touch Джива Госвами, он происходил из очень богатой семьи, но это богатство не могло задеть его сердце. Он плакал день и ночь, что случилось. Он не мог сказать, что случилось. Когда же Чайтанья Махапрабху являлся к нему во сне, первый раз, когда он явился к нему во сне, он был дома, и потом он принял решение оставить свой дом, и как? Он решил получить образование в Навадвипе, поскольку в то время Навадвипа была очень важным местом образования. Если кто-то получал образование в Навадвипе, а если кто-то, получающий образование, не учился в Навадвипе, то он не мог получить должного уважения, поскольку Навадвипа считалась центром всего образования. Подобно сейчас, как Оксфорд считается таким престижным местом образования, так и в то время Навадвипа была подобна Оксфорду. Точнее, Оксфорд был подобен Навадвипе. И вот Джива Госвами Пад он сказал своим родственникам, что хочет получить образование в Навадвипе, и вот он приехал в Навадвип с такой целью.
Но истинная цель какова была? Встретиться с Нитьянанда Прабху. Нитьянанда Прабху, он был в доме Шриваса, и он сказал, я думаю, Джива приедет сюда. Нет, он уже приехал, и приведите его. И вот перед Нитьянандой Баларамой. Jump like, you know, one insect jumping into fire. Jump into the lotus feet of Nityananda and cry. Nityananda. Он упал к лотосным стопам Нитьянанды и начал плакать. И Нитьянанда с любовью он поместил свои лотосные стопы на голову Джива Госвами. Он обнял его, благословил. И сказал, что ты должен отправиться в Вриндаван, поскольку Махапрабху уже дал вам определенное место там во Вриндаване, Рупа Санатан, они отправились туда, и вот Махапрабху выбрал для вас это место, чтобы вы совершали там свой баджан, и Нитьянанда Прабху так благословил его. Рагхунатх Дас Госвами, он тоже получил милость Нитьянанды, поскольку без милости Нитьянанды нет никакого иного пути. И поэтому Нарутам Даку, он плача, говорит. Without Nityananda Balarama, we cannot. Без Нитьянанды, без Баларама мы. So now, Джива Госвами Пад. Не можем получить никакой настоящей милости. И вот Джива Госвами Пад, он получил золотую возможность совершать парикраму гору Дама вместе с Нитьянанды Прабху. И вот вместе с Нитьянандой и Джива Госвами Пад они совершали парикраму. Если вы сможете совершать парикраму в обществе Вайшнава, вы получите величайшую силу. Но во время парикрама, если мы... как сказать, за больше... обращая внимание на материальные неудобства, то полную милость от парикрамы мы не сможем обрести. Amani Manudu, eh? You can give honor, you cannot expect honor. It's very quite impossible. So you see, Jiva Goswami Pad after doing total parikrama. И вот Jiva Goswami Pad после того, как он совершил полную парикраму на воде Дамы, то потом Нитьянанда благословил его и сказал ему отправиться в Вриндаван, но по пути зайти в Варанаси. И вот Нитьянанда Прабху сказал, по пути во Вриндаван ты должен зайти сначала в Варанаси. Почему? Чтобы встретиться с Мадхусуданом Сарасвати Падом. Почему? Чтобы получить какое-то образование у него. Хотя, смотрите, Шри Чайтанья Махапрабху, такая лила была. Махапрабху, он Верховный Господь, или Кришна, или Рамачандра, они все являли такую лилу образования, они все принимали гуру. И вот Нитьянанда дал ему наставление. Нитьянанда, несмотря на то, что это было место Майавади, Нитьянанда, он отправил его в Варанаси, чтобы встретиться с Мадхусуданом Сарасвати Падом. И какова же была его особенность? Описывается, что Харидас Баба, великий ученый в нашей вайшнавской сампрадае, он
говорит, что Мадхусудан Сарасвати Пад, он ученик Сарвабхаума Бхаттачарьи. Он обрел всю сиддханту от Сарвабхаума Бхаттачарьи, но его особенность такова, что spiritual discourse took place between Sarvamura and Mahaprabhu, especially on Vedanta. Siddhanta. Когда Сарвабхаума и Махапрабху говорили, я опубликовал книгу по этому поводу, Нила Чала Веданта Вакья называется. На хинди и на бенгале опубликована, на английском еще не опубликована. Это достаточно малая книга, но она полна сиддханты. Someday, by the mercy of Gauranga, life is very short. What to do? Now, point is that when this kind of discourse took place on Vedanta between Sarvabhauma Bhattacharya and Chaitanya Mahaprabhu, when Chaitanya Mahaprabhu giving all nine sentences, when Chaitanya Mahaprabhu говорили, in front of Sarvabhauma, ultimately. Махапрабху, он переспорил с Сарвабхаума, и Сарвабхаума, он принял всю сиддханту, все учение Шичитани Махапрабху. Without Supreme Lord, nobody can cut my Siddhanta. So I'm sure you are. И Сарвабхаума сказал, что кроме Верховного Господа никто не смог бы меня переспорить, и поэтому ты, несомненно, сам Верховный Господь. И тогда Махапрабху, он показал, явил себя в форме Верховного Господа, и это божество находится сейчас внутри храма Джаганатха. И вот Махапрабху, когда он явил эту сварупу, Махапрабху, когда он явил эту сварупу Сарвабхаума Бхаттачарьи, видя ее, он потерял сознание. So usually when Chaitanya Mahaprabhu is traveling here and there, that time he is traveling like a human being. Follow? Махапрабху, он путешествует как человек, в форме человека, поскольку далеко не каждый сможет, как сказать, получить даршан Верховного Господа. Не сможет то есть далеко не каждый может видеть Верховного Господа, даже если Господь явится перед ними. И только тогда, когда наш даршан, у нас есть милость Господа, он подкреплен сиддхантой философией, то тогда только мы сможем видеть Господа. И вот Джива Госвами говорит, кто может сказать, что Махапрабху здесь нет, поскольку одно из обещаний Господа таково, что если вы в любом месте, где вы находите моего преданного, воспевающего моего славу, то не сомневайтесь, я присутствую там. Но почему мы не можем видеть этого? Возникает такой вопрос. Мы можем видеть или можем не видеть? Это зависит от конкретной ситуации. И Джива Госвами Пад пишет, что это самопроявляющаяся энергия. И вот такая у Господа есть способность самопроявиться. То есть Он оставляет за собой право не быть открытым нашим органам чувств. То есть он может сделать себя видимым кому-то, может сделать невидимым.
И вот как, например, Махапрабху перед колесницей Джаганатха, когда он там танцевал, совершали санкиртан, то Махапрабху танцевал в одной сампрадае, он танцевал и пел. Но царь Пратапарудра и еще несколько преданных, они видели его великолепие, что он танцует во всех группах, во всех сампрадаях. Он в семи сампрадаях танцует, в семи группах. Как это возможно? Но смотрите, никто не видел, только всего лишь несколько избранных преданных, они видели, что Господь танцует во всех группах одновременно, а все другие преданные, они тоже были чистые преданные, несомненно. Но под влиянием Йогамая они видели, что Господь танцует только в их конкретной группе. И вот Йогамая делает все в согласии с желанием Верховного Господа. Если Господь что-то хочет, то Йогамая исполняет его желание. И вот Джива Госвами Патон смог обрести всю сиддханту, которую Махапрабху обсуждал с Сарвабхаума Бхаттачарья в Пури. И кратко Сарвабхаума Бхаттачарья. Раньше он был Майавади, но потом он стал преданным. И всю эту Ачинтьябеда Татву он это в кратком виде все сохранил с Мадхусудан Сарасвати Падом. И поэтому Нитьянанда отправил Джива Госвами Пада в Варанаси, чтобы он это изучил. И тогда все великие пандиты, они удивились и сказали, что в этом Варанаси нет никого, кто бы мог сравниться с Дживой. И как-то возможно, что за такой короткий период времени он стал лучше из ведантистов. Никто не мог спорить с ним, что говорить о больше. Да, он... Есть такая книга Татва Прадип, написанная Валабхатой Валабхачари. И на самом деле это Татва Прадип, книга Валабхачарья, он дал ее Джива Госвами Паду, чтобы он проверил ее. И Джива Госвами Пад был вынужден найти какие-то недостатки там, пометить ошибки, и когда... И смотрите, сам Валабхачарья, а Джива Госвами Пад, он показал ему, что вот в вашей книге, вот там и там это несовершенно, он зачеркнул это и исправил должным образом, и только тогда эта книга была опубликована. Если вы почитаете предисловие, написанное Валабхачарья, то вы поймете, что Джива Госвами Пад прикоснулся к этой книге, и несомненно, видно его почерк в этой книге. Это. И сейчас я хочу вернуться назад, когда, после того, как он закончил свое образование, вот Джива Госвами Пад, он получил от Рупы и Санатана. И вот Санатан Госвами день и ночь. И вот Джива Госвами Пад за свое короткое время они стали Джива Госвами, он стал великой личностью, что сам Санатан был, он гордился им. И тогда Санатан Рупа Госвами Пад, они все, когда они писали свои книги, то
Джива был редактором их книг. Смотрите, какого великого положения он достиг. Он был учеником, и он проверял книги своих гуру Рупы и Санатана. И вот смотрите, насколько они были уверены в нем. И вот в начале вот по эту книгу Татва Прадип Гранху, перед этим однажды Расамрита Синду, Рупа Госвами Пад написал Расамрита Синду, и тем временем Джива Госвами Пад что делал? Он омахивал его апахалом, а в то время апахала не было. Я сам знаю, что ну, достаточно жарко сейчас. То есть, когда в Индии жара, то тяжело очень, без вентилятора, без какого-то апахала. Можно пить воду литрами, но вся эта вода, она испаряется в виде пота. Вот во Вриндаване это особенно жарко. И в то время Рупа Госвами, он писал Расамрита Синду, а Джива Госвами, он омахивал его апахалом, ручным вентилятором. И вдруг внезапно Валабхачарья пришел туда, он поклонился ему и спросил, что вы тут пишете. И Рупа говорит, Расамрита Синду пишу. И Валабхачарья сказал, ну, пиши, я потом отредактирую ее. Он, как сказать так, гордо сказал, что я отредактирую, исправлю все ошибки, давай пиши. И вот Джива Госвами, он посмотрел на него, но не мог перед своим Гурудевом ничего сказать. И в то же самое время Рупа Госвами сказал, что хорошо, отредактируешь книгу, я не против. Но Джива Госвами, он не мог этого потерпеть. И когда он пошел принимать омовение в Ямуне, этот Валабхачарья, тот Джива Госвами, он отпросился от своего Гурудева под предлогом принести воды из Ямуны. И вот он взял горшки и пошел к Ямуне, но его намерение было поймать Сарвам, поймать Валабхачарью и спросить, что же ты, какие же ты ошибки нашел в книге моего Гурудева, что захотел их исправить. И вот так он догнал Валабхачарью и спросил, простите, вот у меня к вам просьба такая, что какие ошибки вы нашли в книге моего Гурудева, что захотели их исправить. И после этого он назвал Джива Госвами, он привел аргумент. И так они спорили, и Валабхачарья, он признал, что он был неправ, и он подумал, такой маленький мальчик, настолько он велик, насколько учен, и что лучше как бы не исправлять книгу его Гурудева. И вот Джива Госвами вернулся. Принес воду и дальше омахивать апахалам продолжил. И потом Валабхачарья пришел и спросил, кто этот мальчик, который тут живет с тобой. И он сказал, что он мой родственник, он сын моего брата. Он также мой ученик, можно так сказать. И Валабхачарья ничего не сказал и ушел. И Рупа Госвами он понял. Он спросил, ты Тринадапи, он возвышенный ачарья, он пришел, чтобы благословить меня. И он сказал, что может отредактировать мою книгу, а ты не мог этого потерпеть.
ты не мог понять его настроение, почему ты пошел спорить с ним. Ты больше не можешь находиться со мной, уходи. Ты не мог потерпеть этого, что он хотел исправить мою книгу, благословить меня. И что плохого в этом? В этом ты разгневался, не смог потерпеть этого и пошел спорить с ним, поэтому уходи отсюда, и не желаю тебя больше видеть. И Джива Госвами под плача и плача, он ушел. Куда? Он отправился в Нандагад. Далеко это от Вриндавана. Это тоже Вриндава, но далеко достаточно. И после этого он постился долгое время. Он стал очень слаб. И в Раджавасе приходили, спрашивали: «О, Баба, что случилось? Прими, поешьте молока, чапати, еще чего-нибудь». Но нет. Он стал очень слаб, что практически умирал. И в то время, по милости Кришны, Санатан Госвами, он всегда путешествовал, совершал парикраму в Раджадхаму, и вот он пришел в то место, в эту деревню, и в Раджавасе обрадовались, сказали: «О, Бари Баба, и иди сюда». И вот сказали, что вот тут пришел кто-то, иди посмотри, он ничего не ест, не пьет, постится и практически умирает. Ну, давайте пойду посмотрю, кто он. И вот Санатан Госвами пошел и увидел, что это Джива. О, Джива, ты тут. И он начал плакать еще больше. Он упал к его лотосным стопам, и Санатан спросил, что случилось, и вот он рассказал ему, что случилось. Я был вынужден ответить на... поскольку из уважения к моему Гурудеву, если кто-то хотел его оскорбить, я не мог этого потерпеть, я был вынужден разбить все его аргументы, но Гурудев выгнал меня. И Санатан сказал: «Пойдем вместе». И тогда Санатан вместе с Дживой, он пришел к Рупе, к Рупе Госвами, и сказал очень жестко: «Дживедая, сострадание к живым существам, оно только в книгах останется или должно быть на практике?» И я хочу спросить, что плохого Джива сделал, что ты выгнал его? И Рупа сказал, что извиняюсь, я. И так, по милости Санатана Госвами, Рупа Госвами был вынужден принять Дживу опять. И какой урок можно извлечь из этого, что если у вас есть связь с Гуру Вайшнавами, с Гаурангой, с спутниками Гуранги Махапрабху, то тогда, если вы увидите, что кто-то оскорбляет вашего Гурудева, вы должны выскочить, как подобно льву, дать должный ответ и разбить его аргументы. И также в другой день я могу рассказать случай с Парвати Деви. Деви, она перед Дакшей приводит такие же аргументы. И таким образом Джива Госвами Пад, он уникален. Джива Госвами Пад, он настолько уникален, что я не могу сказать ничего большего, поскольку... И вот Джива Госвами Пад, он однажды отправился в Дели, там спорили о том, что более славна Ганга или Ямуна. И царь попросил его, чтобы он пришел. Но Джива сказал: «Я не могу находиться нигде, оставив Вриндаван. Хорошо, я
сделаю так, чтобы... Вот он организовал для него эту лошадиную упряжку, чтобы быстро довести его до Дели и назад. И дорогу расчистили, чтобы не задерживался. И вот Дживу Госвами Пада так отвезли в Дели. Он привел аргументы о великолепии Ганги. Несомненно, Ганга великолепна, но Ямуна, она в лучшей Ганге, она более важна, поскольку она из духовного мира. И в эту Кали-югу, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он уже... И когда здесь Шри Чайтанья Махапрабху являлся... Ганга, она очень важна. Поскольку Махапрабху являл свои лилы здесь, в Ганге. И вот вы помните, как народ там так обрел прему. Нитянанда Прабху, он сохранил прему в реке Падма и сказал: «О Падма, когда ты увидишь, что народ там пришел в твои воды, отдай ему это сокровище». И Падма спросила: «Как я могу понять, кто такой народ?» Там я его не знаю, не видела, не слышала никогда. Нитянанда сказал, что народ там, он родится скоро. И когда ты увидишь, что кто-то принимает омовение в твоих водах, ты почувствуешь чувство экстаза, и тогда ты поймешь, что это народ там, и ему нужно отдать эту прему. И вот потом народ там так родился, и какой-то день пошел принимать омовение в этой реке, в Падме, и Падма, она почувствовала чувство экстаза и поняла, что это он сам, народ там. И она отдала ему эту прему. И после этого цвет тела Нарутама, он изменился, и когда он вернулся домой, никто не узнал его. Он стал золотым, подобным цвету расплавленного золота. Его цвет тела поменялся, его умонастроение, все поменялось. Никто не мог узнать, что он наш Нарутам или нет. Он был сыном царя. И таким образом Джива Госвами Пад, он... Он решил этот спор в Дели и вернулся. И вот Джива Госвами Пад, он президент Виша Вайшнава Раджа Сабхи, он был главный на этом собрании. So he was bound to и вот он keep this treasure был вынужден сохранить это сокровище с Нарутом Такура, Шринивасом Ачарьей и Шьямананды. Это долгая история, я в следующий раз ее расскажу, если будет достаточно времени. И вот он всю Бхакти Сиддханту, все сокровище Бхакти, он сохранил с этими преданными. И смотрите, они все были учениками разных гуру, как Шринивас Ачарья, он ученик Гопалбхаты Госвами, Нарутам Такур, Локанатха Госвами. Вы понимаете? Шьямананда Гуридас Пандита. У них есть всех свои респективные гуру, но их Гурудев отправил к Дживи Госвами Паду, чтобы получить шикшу, более такие глубокие наставления. И все это сокровище Бхакти Сиддханты Дживи Госвами Пада было передано им. И Дживи Госвами Пад, он, смотрите, он проповедник и в то же самое время не проповедник. Что значит проповедник? Согласно Сиддханте, проповедник тот, кто имеет
кто-то проповедует своим собственным примером. И после этого смотрите все книги, написанные Санатана Госвами, Рупа Госвами. Они все собрали и передали этим трем преданным. Они отправились в Бенгал, в город Деш, и они пытались... И вот он сказал им, чтобы они проповедовали там, в городе. И после этого вы знаете, что случилось, долгая история, и сейчас в итоге мы получили Сандарбхи, Бхактирасамрита Синдху и прочие писания. Это все благодаря Дживи Госвами Паду. Мы находимся в вечном неоплатном долгу перед ним, перед, за его великое служение, которое он совершил. И вот Дживи Госвами Пад, он был лучший из Гауди ведантистов. И вот Дживи Госвами был лучший из ведантистов. Он дал нам прекрасные примеры насчет Ачинтья Беда, Абеда Татвы. И вот какие-то глупые люди спрашивают. Они... вот кто-то утверждает, что Дживи Госвами не следует Рупе и Санатане Госвами. А Бхактина Такур говорит, что это не так, поскольку Дживи Госвами следует Рупе и Санатане полностью, без отклонений. А много глупых людей говорят, что они вообще им не следуют. А почему? Поскольку... Дживи Госвами Пад, он хотел утвердить Сакхи расу, а Рупа и Санатана Параки расу. Кришнадас Кавирадж Госвами, он составил Чайтанья Чайтамриту во время Дживи Госвами Пада. Дживи Госвами Пад, он был жив в то время. И вот Кришнадас Кавирадж Госвами составил Чайтанья Чайтамриту, и Дживи Госвами, он был очень счастлив. И какие-то глупые люди спрашивали. И вот они говорили, что Дживи Госвами очень завидовал Кришнадасу Кавираджу Госвами. И все эти заявления, они ложны. Они совершают оскорбление лотосным стопам Рупы и Санатана и Дживи Госвами. Кто? И кто? И кто примет эту сиддханту? Поскольку в... Много споров идет. All Kali coming. So we are very sorry. Из-за влияния Кали-юги такое происходит, и из-за этого влияния Кали-юги очень мала вероятность совершать баджан совершенным образом. И кто же нам может сказать все истину? И это проблема сейчас, которая главная. И вот такие люди, они обвиняют Дживи Госвами Пада, утверждают какую-то ересь о нем, о том, что не следует Рупе Санатане. И Бхактивинода Такур хотел... говорит,
что нет. Джива Госвами Пад, он сам пишет перед тем, как начать очередную сандарбху, он говорит, что я нахожусь в, на пути учения Рупы и Санатана. Я нахожусь на пути учения Рупы и Санатана, и никто не может отклонить меня от этого пути, но какие-то демоны, они хотят доказать обратное. Кто-то утверждает, что Бхактина такого не прав, и мы не находимся в Брахмамадава Гаудия Сампрадая. Можете ли вы представить такой уровень деградации и преданности, насколько это насколько, как сказать, тяжелая ситуация сейчас, которая есть. Много вопросов ко мне приходит, но я это такого типа и вот суть в чем. И вот Бхактивинода Тхакур спрашивает. Голока и Гокула. Говорит, точнее, Голока и Гокула. Голока находится в том вечном мире, и когда Голока снисходит в этот материальный мир, это называется место Гокулы, и Рупа Санатана, то, что они говорят, это нет их слова не отличны друг от друга, хотя внешне может быть какая-то особенность в их словах. И вот, когда вы достигнете Васту Сиддхи, и в то время вы можете найти, в Гокуле вы можете найти Голоку. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что по милости Кришны, если вы успешны и достигнете Голоки, и в то же самое время я хочу вынужден сказать вам, что если тот преданный в своем баджане, он получит вкус раса сиддхи. Если раса сиддхи уже есть у этого преданного, и он получил полную милость Кришны, то тогда он увидит, что все находится в гармонии. Он может найти в Гокуле Голоку. И искренне говоря, лила Гокулы, она более превосходная. Почему? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Гокул лила, Баума лила, это значит Гокул лила, она организована Йога Майя. И здесь обычные люди, те, у кого нет силы, духовной силы, они, у них есть смешанное чувство. Например, Гуранга Махапрабху совершает какую-то лилу в Навадвипе, которая не отлична от Вриндавана, но вот Чапал Гопал, например, они не могут видеть Махапрабху. So when actually, и вот когда common people, обычные люди, 80% feeling, 50% feeling, или может не совсем обычные люди, у них есть какое-то чувство Кришны на половину или еще на какой-то процент. Why? Почему? Поскольку you are going to see some mixed feeling. Oh, yes. Это происходит на земле, и Кришна иногда убивает Агасуру, Бакасуру, Камсу. Это можно найти начало и конец фактора времени. Мы хотим измерить что-то, поскольку все, о чем я говорю, о том, что вы находите в авторитетных писаниях, мы хотим это своим умом как-то осмыслить. И те обычные люди, которые не достигли совершенства, когда я говорю о чем-то, или вы читаете о чем-то, вы вынуждены как-то это обдумывать своим материальным умом. Это должно происходить.
поскольку все, что вы видели в этом материальном мире, у вас есть опыт относительно каких-то вещей, и если я говорю что-то о трансцендентном, вы хотите сравнить это с вашим предыдущим опытом. Понимаете? И так обусловленные души, или полуобусловленные, может быть, они день за днем в своей материальной жизни, они получают какой-то материальный опыт, они собирают его. И когда я говорю о чем-то, у нас какие-то аналоги возникают в нашем уме, но в трансцендентной апракритадаме этого нет. И вот смотрите, когда ваш ум и сердце, они гармонизированы, и когда ваш ум, он не отличен от, и когда ваш ум, он не отличен от Вриндавана, и смотрите, на Голоке нет. Oh, actually, Rukmini going to Krishna going to marry Rukmini. Follow what I say. Krishna going to marry Rukmini. Krishna going to marry. И вот Кришна хочет жениться на Рукмини или Сатьябаме, хотя это чувство, оно находится в нити лили, но здесь по влиянию йога-майи, то что мы вынуждены применять какую-то материальную концепцию здесь, но будьте внимательны, смотрите, Рукмини, она есть в том трансцендентном мире, но нету супружества. Понимаете, есть, здесь, в этом мире, мы можем найти свадьбу с Рукмини, Сатьябамой вместе с Кришной, но в том мире нету этой свадьбы, но чувство замужества, супружества есть, но свадьбы нету. Что, смотрите, может, в том, на Голоке нету свадьбы, например, но чувство супружества есть. То, что хотел сказать нам Шрила Бхактивинода Тхакур, то, что мы можем найти Радхарани, она вышла замуж за Аян Гоши, Абхиманию, но свадьбы как таковой не было. А что Джива Госвами Пад хотел сказать? Он хотел спасти нас, поскольку Джива Госвами Пад знает, что наше сердце, оно очень не всегда, но чисто, что в любое время обусловленные души, которые слушают о Кришне, они могут что-то подумать неправильное. И поэтому, как представитель всего мира людей, Парикшит Махарадж, он был вынужден спросить этот вопрос. И почему Парикшит Махарадж спросил такой вопрос? Почему Парикшит Махарадж спросил это? Вот, что Кришна, он разве что-то плохое делает, у него так много жен и прочее. Это очень плохо. Поскольку все обусловленные люди, они вынуждены думать так. Никто не может понять великолепие и превосходство Кришналилы, и поэтому Шрила Прабхупад, он и Шрила Кешава Госвами Махарадж, они делали акцент на том, что так или иначе, если люди не смогут развить такое неправильное представление о Кришне, они падут в итоге. И смотрите, какие-то многие, если не все, великие материальные эти поэты, они хотели написать комментарий к Кришналиле, а материалисты, они слушают это, например, Бамкимчандра Чандрападхьяй. Он был великим поэтом, и вот он пишет «Ванде Матарам». Вот эта поэма им написана.
очень превосходно. И вот они хотят что-то сказать о Кришналиле. И вот есть еще такой Майкл Мадхусудан, он был из Бенгалии, он был хинду, и так или иначе он как-то приехал в Англию, принял христианство, стал Майклом Мадхусуданом. Он тоже был таким известным писателем и всегда спорил с представителями хинду дхармы. И вот Махарадж рассказывает, что в последнее время всякие материальные люди, они пишут комментарии к наследию Кришны. И вот один из ярких примеров был такой Майкл Мадхусудан. Какой-то Мадхусудан, он отправился в Англию, там принял христианство и всю жизнь занимался тем, что спорил с хинду. Но в конце своей жизни он разочаровался в христианстве, опять вернулся к хинду-дхарме. И последним его желанием в его жизни, последним желанием перед смертью у него было принять Чарнамриту Шри Кришны. Хотя он, смотрите, всю жизнь посвятил свою жизнь борьбе с Кришной, но в последнее его желание было принять Чарнамриту с его стоп. Ну, еще кто-то пишет, в общем, Махарадж говорит, что многие недостойные люди занимаются комментированием священных писаний в полностью неправильном ключе. И вот это такое состояние, в котором находятся материальные поэты. И поэтому перед во время Махапрабху был такой стандарт, что если кто-то что-то пишет, сначала это должно приходить к Свабгасаю, и если Свабгасаю он это одобрял, только тогда Махапрабху мог читать это. И вот так же сейчас материалисты хотят доказать, что Джива Госвами был неправ, но если мы это будем детально разбирать, то выясним, что все наоборот. И вот смотрите, что Джива Госвами хотел сделать. Он хотел спасти нас, понимаете? Джива Госвами хотел доказать, что не может быть Параки расы, поскольку у Кришны есть свое шакти, все сваки получается, но если смотреть, не было бы Параки расы, то не было бы такого другого чувства. И Бхактина Такур говорит, что любая раса, например, Паракия раса здесь, в этом мире, Гопи и Кришна, они встречаются с друг с другом. И нельзя сказать, что Паракия, если она есть в том мире, то в этом мире ее нету, и наоборот, соответственно. И Шрила Бхактина Такур говорит, что любая раса, которая находится в этой Кришна Баума Лиле, земной лилы Шри Кришны, то, несомненно, эта раса, она изначально присутствует в духовном мире, понимаете? Изначально эта раса должна быть там, чтобы здесь быть. Now point is that Parakya was very excellent here because here arranged marriage everything the arrangement of meeting how to meet with Krishna love exchange is very bad externally it looks bad but you were saying you want to do for Krishna nothing bad. For Krishna nothing bad. It's bad for you and me. Как сказать, неморальными или плохими, но для Кришны нет ничего плохого.
Я уже говорил во время Бхагаватам, что Кришна, Он находится в сердце каждого, как сверхдуша. Гопинам, тадпатинам, ча сарвешам, эвам грехинам, я антасчарха, са адьякча, са кирана неха, дехо бхаг. И вот я уже привел этот пример и о том, что Кришна. Actually, who is husband? Who is your husband? Oh yeah, I am young man. I am my husband. Yes, you have one husband. You forget. You think you are a. То есть Кришна является по сути мужем всех. When in the same body you can feel that you are man and woman. И поэтому для Кришны нет ничего, так сказать, плохого, поскольку он есть inside, все. Same body. If you have same feeling, I'm Gopi. И then you are Siddha. Otherwise not Siddha. Very topmost Siddha, Siddhanta. You cannot get this Siddhanta in market. You cannot get this Siddhanta. You can go to market and spend your money. You cannot get. Go. Go on. Don't stop. Yes, yes. Any point you miss, then people can misunderstand me. И вот Махарадж говорит, что I fear they don't know Siddhanta, they are just saying. So anyway, point is that any rasa here in Bhauma, любая раса, которая присутствует в этой Бхаума, в этой земной лиле Шри Кришны, она присутствует в том духовном мире изначально. Chutila can come, Kutila can check up my activities. Feeling is there. Their Kamsa is not there, but the feeling is there. В том мире, например, нету Камсы, но есть чувство, потому что есть Камса. Камса cannot be there. Только чувство. Камса can be there? Камса cannot be there. Агасур, Бакасур, all Kish, hear me, hear me. All the Avirbha of Krishna taking birth here in material world. Кришна, когда он является в этом материальном мире, все его убийства демонов, и в то же самое время Антальян Лила, когда Кришна уходит из этого мира, эти все лилы могут нас одурачить. Поскольку Шачитани Махапрабху говорит Санатане, о Санатан, все организовано йога майи, чтобы просто одурачить вас. Кришна, он всегда хочет доказать, что он материален. Кришна, он хочет одурачить нас, и он пытается показать нам, что он материален. И один за одним я могу привести пример, что в Нитья-джагате, в духовном, вечном духовном мире, все противоречащие слова и вещи, они балансируются и уравновешиваются. Дива Госвами Пад хочет показать нам, смотрите, Сакья и Паракья. The magic spell of Achintya Vedavatthata. И вот под влиянием Ачинтья Веда-Таттвы. Out of your conception, beyond human comprehension. That's why I speak this word. Почему так? Otherwise, you should not use this word. Achintya Vedavatthata. Somehow, this Sakya Parakya is also presented here. Сакья Паракья, она находится как там, так и тут. Как, например, в этом мире есть такое явление, как свадьба или женитьба, а в том мире только чувство, но это чувство присутствует. Как Сакья и Паракья, это так же, как они одновременно возможны. Вот так. Ачинтя Беда-Беда-Таттва, она значит, что follow what I say. Though in this eternal world there is no beginning. Хотя, смотрите, в том вечном мире нету начала, но оно также как бы есть, поскольку Кришна вот родился, например. А в этом материальном стандарте времени нельзя найти. Follow what I say. It is written in Brahma Sangita, Mahavishnu there.
в Брахмасамхите говорится, например, Махавишну, про Махавишну Анади Ади Говинда. А вот и из этого стиха спросить, кто первый, Кришна или Вишна или Гауранга? То есть какая лила первая, Кришна лила или Гора лила, но в вечном мире нету понятия. Такого понятия, там все вечно, то есть нету ни начала, ни конца, и что как бы первое, непонятно, но все же там как бы чувство такого начальности есть, как Махавишну, он вечен, Кришна, он тоже вечен, и когда... И с Кришны, когда говорится так же, что из Кришны исходит Махавишну, но и кто же из них первый, то они оба первые, поскольку они все вечны, и в том трансцендентном мире там все может находиться в гармонии. И почему также Сваки и Параки, они не могут быть обе правильны? Как в этом, так и в том мире, почему? И так вот Джива Госвами Пад, он хотел спасти нас. Так много примеров и так много наследия, оставленного Джива Госвами Пады. И нужно внимательно слушать и понимать то, что он оставил нам. Сабир Ева Ниджарупа Кала Нивалькатая Калави Ая Йод Ананда Чинмая Раса Пратибхави Таги Табир Ева Ниджарупа Кала Таяги. И вот это шлока из Брахма Самхиты, и в ней Санатан Госвами он объясняет, что все гопи, которые не отличны от Шри Кришны, И также я уже говорил про эту шлоку, что Шакти Шакти Матарабхе, то есть Шактина, Шактиман, он не отличен от своей Шакти, то есть энергия от обладателя энергии. Будьте внимательны, снова я еще хочу сказать, Гурудев это не... Он не противоцелая Кришне, поскольку когда вы забудете это... Вы можете умереть на духовном пути. Сложно. То есть Гурудев это не... Это абсолютное противоцелое Верховного Господа и в то же самое время Его севак. То есть контра... Надо посмотреть словари, как это слово. То есть Гурудев это не часть Кришны, а его полное противоцелое. Именно полное, не какая-то часть Кришны, а именно полное воплощение Шри Кришны. И в то же самое время его севак, его слуга. Вот это очень важно. Насчет Гурутат вы такого не услышите нигде. И если есть какие-то вопросы, можно спросить. И сегодня также день ухода. Jagadish Pandita. Also Jagadish Pandita, you have Leela here. Is this Jagadish Pandita is just staying here. Jagadish Pandita is this недалеко жил. How on Ekadashi day? И в день Экадыши. Ah, went there. Обычно туда ездит. Джагадиш Пандит, его жена была Дукхини, это долгая история, в следующий раз я могу рассказать. Talk to about from starting to end, I speak all scientific way. There should not be any doubt.